У нас по закону, по регламенту, по подзаконным актам, неосвобожденному депутату не полагается, собственно, ничего. Ни транспорта, ни оргтехники, ни приемной в округе, ни даже угла в законодательном собрании Тверской области. Вы вот мне скажите, я как депутат на неосвобожденной основе, ни бизнесмен, ни сам себе директор предприятия буду, как я буду совмещать основную работу с работой с людьми в округе за 100 верст? Где я буду принимать людей, в Кимрах или в Твери? На трамвайных, троллейбусных остановках? Данилов, Бежецк или Голубев, Зубцов своим избирателям будут добираться на служебном транспорте, а я в Кимре на дрезине. Чтобы вы понимали, в Кимрах отсутствуют дороги. Да? Вот я все это время буду заниматься заработком на ремонт автомобиля личного. Вношу предложение насчет утверждения 12 штатных ставок вместо 11. Вот не бог весть, какая большая разница, особенно на фоне как бы, вот, той экономии. Понятно, что бюджет нам определили, а количество ставок мы можем утверждать самостоятельно в рамках этого бюджета. Не буду вдаваться в подробности, конечно, кто там придумал 11 ставок, но по моему мнению 12 – это более гармоничное, более сакральное даже, можно сказать, число. 12 часов, 12 месяцев, 12 знаков зодиака. 12 апостолов, их тоже 12, кстати. Может быть, не относится к нашей ситуации, но тем не менее. 12 более гармоничное число. Вношу вот предложение 12 вместо 11. Спасибо.